прическа и макияж ведущей салон красоты «Ля Санте». Благодарим за помощь в организации съемки Центр здорового образа жизни «Совершенство». Телефон 25 50 93. Весна – прекрасная пора во всех смыслах. Время улыбок, любви и перемен. Солнце пригревает, природа преображается и расцветает. Однако весенний авитаминоз, стрессы, неправильное питание и недосыпы могут сыграть с нашим организмом злую шутку. Что делать, если состояние волос, тела и кожи оставляет желать лучшего? Конечно, нужно срочно заняться собой. Любые манипуляции с лицом и телом – дело ответственное. Необходимо точно знать, что на данном этапе требуются организму, какие нагрузки или косметические процедуры. А для этого следует пройти диагностику. Аппарат Мультискан обладает целым рядом крайне полезных возможностей. Анализирует состав тела, рассчитывает оптимальную диету, определяет показатели сердечного ритма и состояние нервной системы. Это далеко не все, что может сделать аппарат всего за 2 минуты. Хорошим дополнением к подобной диагностике будет и генетический анализ. С помощью аппарата Мультискан можно назначить самое оптимальные фитнес-тренировки и процедуры, с помощью которых вы можете поддержать и сохранить ваше здоровье. Фитнес – один из лучших средств в достижении не только идеальной фигуры, но и в укреплении здоровья. В зависимости от веса, возраста и желаемых результатов, возможно подобрать программу занятий, которая будет приносить максимальный успех. Профилактическая физкультура, тренировки с фитболом, занятия на тренажерах помогут значительно снизить вес, а затем держать его под контролем. Несмотря на все достижения индустрии, косметических средств и эффективность физических нагрузок, правильное питание всегда остается залогом красоты. Однако совсем не обязательно садиться на жесткую диету, ведь есть специальные комплексы здорового питания. Я посещаю фитнес-зал, хожу на пилатес и йогу. У нас персональный тренер, который подскажет, как правильно ухаживать за своей фигурой. При посещении центра я похудела на 5 килограмм. Помимо косметических услуг, здесь я посещаю профессионального парикмахера. Для меня это очень удобно. Не стоит откладывать заботу о себе на завтра или на неопределенный срок. Ведь на самом деле красота не требует жертв, она требует грамотного подхода и своевременной поддержки. Слово «кризис» уже многим набило оскомину, однако, как бы мы ни были далеки от валютных скачков и биржевых игр, глобальные экономические процессы влияют и на наши кошельки. Тем не менее, одеваться хочется стильно и красиво. Так как же быть, если финансы поют романсы, а новый пиджак просто необходим? Отличный выход в этой ситуации – секонд-хенд. В Америке и Европе секонд-хенды популярны давно, да и в России с каждым годом интерес к подобным магазинам только растет. Тем более сервис значительно улучшился. Теперь секонд-хенд – это большой магазин, где качественные вещи аккуратно висят на вешалках, а грамотные продавцы-консультанты всегда рады помочь и подсказать. Огромный плюс заключается и в том, что с большей вероятностью представленная одежда будет абсолютно новая, с бирками и ценниками фирменных магазинов. Ведь европейцы носят далеко не все, что приобретают для собственного гардероба. В Европе цены на качественные вещи невысоки, поэтому люди могут позволить себе достаточно часто пополнять гардероб. При этом европейцы очень практичны. Они время от времени освобождают свои шкафы, отвозя одежду на пункты сдачи. В секонд-хенды, как правило, приходят вещи из развитых европейских стран, некоторые из которых не были надеты ни разу. Многих смущают вещи формата секонд-хенд из-за вопросов санитарии. Но мало ли кто мог носить приглянувшуюся рубашку. Как дела обстоят с этим вопросом? Абсолютно вся одежда и продукция проходит санитарную обработку в газовой камере. Процедура длится 40 минут. За это время погибают абсолютно все микроорганизмы, бактерии и прочая фауна. То есть товар полностью безопасен. Кстати, покупки в секонд-хенде удивительно выгодны еще и потому, что в большинстве подобных магазинов действует очень гибкая и крайне демократичная система скидок. Скидки могут достигать 90% от первоначальной стоимости, которая и без того не сильно высока. Стабильно проводятся распродажи, а всю информацию о расписании завозов новых вещей и скидках всегда можно найти на официальном сайте. Вопрос, как пополнить гардероб без особого ущерба для вашего кошелька, всегда останется актуальным. И сегодня мы на него ответили. Секонд-хенд делает качественные вещи из Европы доступными для каждого. Благодарим за помощь в проведении съемок магазин «Мегахенд», проспект Победы, 75.